том, что Кунгур привлекателен с туристической стороны, знают многие. Вместе с тем, люди задают вопрос, а вот насколько он чист и опрятен? Специальная комиссия администрации Кунгура и управления городского хозяйства сегодня проехала по городским улицам. Чиновники проинспектировали одну из центральных улиц Ленина. На повестке дня состояние зданий, имеющих архитектурную значимость, незаконная реклама, которую фирмы и магазины умудряются публиковать по старой привычке на заборе, и мусор на улице. Все это беспристрастно фиксировалось в протоколе комиссии. В дальнейшем ответственные проведут соответствующую работу с владельцами зданий и предпринимателями. Реклама абсолютно бесконтрольно развешена. И фасады и заборы. То есть их собственники ненадлежащим образом содержат. Здесь как бы большой вопрос. Надо какой-то механизм разрабатывать, как либо принуждать, либо мотивировать людей. По мусору у нас есть и ресурс, и понимание, как это все сделать, это будет сделано. Я думаю, что тут проблем не будет. А по рекламе надо настраивать работу. То есть тоже у нас здесь все ресурсы имеются. То есть есть порядок, как размещается реклама. Здесь, в принципе, я думаю, что в скором времени начнется очень большое крупномасштабные такие действия. Работа комиссии не ограничится одной лишь улицей Ленина. Такие рейды станут плановыми и охватят весь город. Мероприятие направлено прежде всего на создание комфортной среды проживания в нашем Кунгуре. Руководители уверены, кунгурики подключатся к процессу. Главный и ожидаемый поступок – не мусорить в городе и выходить на субботники хотя бы два раза в год весной и осенью.